смотрите, как вода подкралась. Вот там была зона для пикничков. Все затопило. Часть парковки. Так. Как река разбушевалась в этом году. Пойдем посмотрим, что там дальше происходит в парке. В этом году весна очень мокрая, очень много дождей. И река вышла из берегов. Зато как красиво и необычно. Еще чуть-чуть и подкралась бы к детской площадке. Можно сплавать к лавочке. Красиво. На этом наш туристический уикенд, пожалуй, завершается. Может быть, съездим еще на какой-то там фестиваль в Гахану. Но по всем этим природным достопримечательностям мы уже находились. Тут канал с лодочками, возле которого дома стоят, впадает в это озеро. Классно же жить здесь. All they wanted to do was cast. Mm-hmm. One time. I know I caught more fishing than once. I don't remember where it was. Probably down at. Так, пока красивый закат, хочу сделать фотографии.